Более 15 тысяч домов в Португалии остались без света из-за шторма Лесли. Скорость ветра достигала 170 км в час. Больше других пострадал регион Лейрия в самом центре страны. В Португалии отменены 30 авиарейсов, перекрыты несколько автотрасс и железных дорог. О пострадавших не сообщается, хотя опасные ситуации возникали повсеместно. Тут все перевернуто вверх дном из-за сильного ветра. Ветер выбил окно, стекло разбилось об колонну. Я крикнул посетителям и сотрудникам, чтобы они укрылись в ванных комнатах и на кухне. Там они под защитой стен, во всяком случае осколки стекла не летают по всему помещению. На территорию Испании Лесли вступил уже несколько ослабевшим, но все равно скорость порывов ветра достигала сотни километров в час. Местные власти предупреждают о проливных дождях, возможных наводнениях и селях в горных районах.